Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я расскажу вам о картине танзаниты серии «Драгоценные камни». Танзанит – это редчайший драгоценный камень. Единственное место происхождения на Земле – это Танзания, предгорье Килиманджаро в Африке. Назвали его в честь происхождения и находки. Имя дала ему американская ювелирная компания «Тиффани». Танзанит очень хрупок, прозрачен и похож на стекло. Самое уникальное в камне – это его цвет. Насыщенный синий цвет с очень сложным и тонким оттенком фиолетового, сиреневого. На картине я изобразила африканских женщин, так как камень усиливает привлекательность и притягательность женщин для представителей противоположного пола. На мой взгляд, африканки – удивительно красивые и притягательные. Они стройные, высокие, миндалевидные глаза, чувственные губы, широкие скулы. Темнокожие красавицы вобрали в себя всю дикую привлекательность и естественность. Усиливает красоту множество украшений. На картине я изобразила ракушки каури, так как это символ неиссякаемого денежного потока. А камень танзанит – это символ изобилия и достатка. Владельцы камня утверждают, что это магнит для денег. В древности использовали ракушки каури как деньги. Танзанит не только денежный символ, но и семейный оберег. Аура камня укрепляет брачный союз. Женщинам рекомендуют носить кулон с камнем танзанит. Он гармонизирует отношения с любимым человеком, а одиноким женщинам и девушкам он подарит долгожданную встречу. Этот камень также предназначен для предпринимателей и людей, желающих увеличить свое финансовое состояние. Я желаю вам быть такими же привлекательными и притягательными для противоположного пола, как африканки. А ракушки каури подарят мужчинам неиссякаемый денежный поток. Подписывайтесь и ставьте лайки.